Завтра, 4 сентября, стартует новая волна. Международный конкурс молодых исполнителей. Всего их 16. И прямо сейчас мы добавим еще одного огонька. Знаете, сейчас вот новая волна проходит, фестиваль. Да, вот да. Я один из участников, Рудольф Огонек меня зовут. Видели плакаты в городе такие большие, там прям так написано, Рудольф Огонек. Да. Видели, да? Белые плакаты большие, поехали. Я знаю Рудольфа Огонька и желаю вам победы в конкурсе. Мы знаем Рудольфа Огонька и его поддерживаем. В конкурсе? Рудольф Огонек. Плакаты же в городе видели? Рудольф Огонек написано, участник новой волны. Вот это я, да, пишем. Мы знаем Рудольфа Огонька и ждем вас на волне. И пусть голосуют за меня. И голосуйте за него. Я один из участников, самый старый, самый взрослый участник, Рудольф Огонек. Он самый лучший, он выиграет. Новая волна, ребят, Рудольф Огонек, огонь. Болейте за него, крутой, я его знаю, он, надеюсь, победит. Сейчас конкурс проходит, новая волна. Вот я один из участников, Рудольф Огонек. Я продвигаю шансон в массу. Голосуйте за Рудольфа Огонька. Если нет, то мы вам выстрелим в колено. Голосуйте за Рудольфа Огонька. Парни, все будет хорошо. Вы же знаете, кто такой Рудольф Огонек? Нет, но теперь знаю. Это я. Рудольф Огонек, самый классный певец. Голосуйте за него, он должен победить. Отлично. Рудольф Огонек. Обижаешь. Рудольф Огонек по-любому выиграет. Точно? Точно. А вы знаете настоящих участников международного конкурса «Новая волна»? Нет? Тогда подписывайтесь на Инстаграм, заходите на официальный сайт. И напоминаю, что информационный партнер «Новой волны» – «Картина ТВ». Мы здесь, мы начинаем.